Израилю. Сегодня приехали в парк сероводородный. Там, где бьют сероводородные ключи. Ключи, здоровье. Бассейны теплые, горячие. И очень горячие. Зоопарки с облешами, попугаями, с крокодилами. И две водные горки. Ты правильно объясняй, здесь крокодилы обычные, а попугаи облешие. Они не все вместе облешие. Так что мы на входе. Сейчас будем договариваться, чтобы зайти на халяву. На входе аквариум с пираньями. И с водной ходьбой. Уже похоже, да, на настоящую. Засовывай голову ему тут. Засовывай, Настя. Руку чисто. Сейчас мы тебе портрет сделаем. Это крокодил-долгожитель был, наверное. Это крокодил, самый который... старый крокодил Израиля. Засовывай голову крокодилу. Смотри, не поцарапайся. Засовывай нормально, аккуратно. Все, стой. Куда? Это есть одно видео. Не видели, что наркоман на это? Вась, ты что? Я ж тебе семечку дам. О, кошка. Вот. Туда нельзя, там типа директорат. Зато павлина общипали всего, бедный. С тремя этими палками торчит. Да. Теперь на очереди аллигатор парк. В этом парке, говорят, водится много аллигаторов. Сейчас будем смотреть, действительно ли их много. Страшно. Страусиная ферма. Вот такие вот рептилоиды. Говорили, что они существуют, а я не верил. Вот своими глазами увидел. Лежат, отдыхают, устали. Тут просто невидимые крокодилы. Это очень редкий вид. Нано-крокодилы. Да. Их можно увидеть, только смотря в завтрашний день. Но не все могут смотреть в завтрашний день. Точнее, могут, но не все. А вот и знаменитые израильские попугаи. Смотри. Рябчики. Очень редкий вид. Живут только тут. Штуки такие. И прыгает. Хорошо, что прыгает. Еще. Ой, вот, Настя, смотри. Вот он лежит. Вылез на солнышко. Ну, не на солнышке, в теньке. Вот это он огромный, блин. А прикинь, если он прыгнет ввысь, вот так вот перепрыгивает клетку. Да, они перепрыгают. И на тебя прям запрыгает. Не страшно? Страшно. А если телефон туда упадет, полезешь? Хер с ним. Я полезу, ты что, мой телефон стоит. Быстро плавает, да? Да. Он плывет к нам. Хочет с нами поздороваться. Да, поздороваться, ты думаешь? Что-то мне кажется... Блин, я в первый раз в жизни вижу, ну, таких больших крокодилов. Видел только раньше на этих, на пляжах, знаешь, которые маленькие, заморенные, скотчем перемотанные, там, с да, которыми фоткались. Стремная шняга. Мне кажется, один из них отвлекает, а другой сейчас... А упадет. Другой нападает, если, да? Да, у них план по захвату вселенной. Тут можно купаться с крокодилами или только раз? Мне кажется, по частям. Типа как услуга с дельфинами. Как оздоровление, так и с этими. Если тебе надоело жить... Я думаю, тебе даже могут заплатить. Вместо еды, так ты себя как бы пожертвовал, и можно нормально денег получить. Ну да. Тут такие вот диковинные крокодилы с какой-то тонкой пастью. Как какая-то пила ручная. Там уже на солнышко повылазили, ждут, когда их будут кормить. Конечно, от кормежки крокодилов я ожидал немного больше, что они там на 3 метра будут выпрыгивать, там, рвать все, метать. А на деле там мужик курицу ему засовывал в пасть, чтобы он ее сожрал, а потом крокодил. Ленивая. Да. А мне вообще ничего не видно было. Я смотрела в Сашин телефон. Ты туда рассказываешь что-нибудь. Пальмы. Саша, Стас.
Да, ты нас в одну цепочку поставила. Пищевая цепь. Палатки. Газон. Люди. Что еще? А, вон там какие-то навесы. Настя, ты людей пугаешь. Люди уже шарахаются. Пускай шарахаются. Погуляли по зоопарку, а теперь пришли к купальням. Тут в этом комплексе есть еще купальня с термической водой, где разные бассейны с разной температурой. Где-то есть очень горячие, где-то попрохладнее. Сейчас будем плавать, купаться. Ай, горячо. Почему ты горячо? Все, вода закончилась. Саша уже пошел. Капец. Ну что, вторая пошла. Ай, горячо. Здесь не намного. О, капец, она горячая, тупо ванна даже еще сильнее. Купальня очень горячая. Шикарно. Да, конечно, место невероятное. Саша уже там водные процедуры делает вдали. А? Тепло очень. Охренеть. Вот это если у тебя там спина, мышцы, что-то болит. 75 шекелей, все твои проблемы решили. Настя, пару слов. Я сейчас несешь. Классно. Массаж. Массаж? Массаж. Гидросеромассаж. Стас, что ты говоришь? Шикарно. Шикарно. Я думаю, мы не зря сюда ехали, да. Полтора часа. Дорога была чуть долгая, утомительная для водителя чуть-чуть. Но мы сюда подобрались. Здесь классный вид. Ой, капает. Чувствую себя, как знаешь, эти обезьянки в этих гейзерных бассейнах. Знаешь, видел картинку, как обезьяны в этих гейзерах? Да, так, мы сейчас хотим обезьяны в гейзерах. Гималаев обезьяны. Ну это ж получается. Это ж они подогревают, Саш, да? А? Подогревают воду. Нет, Стас, это из-под земли, источника, конечно. Ничего себе. Это ж, если мы какая? Сейчас поедем снаружи парка, найдем какой-нибудь гейзер, там вода будет охрененно горячая. А, тут она и разбавленная, да? Если бьет напрямую в землю. Иди. Индиана Джонс. О, тут хорошо в теньке, прохладно. Ты в джакузи? Помахай маме ручкой. А? Маме ручкой помахай. Вот и подошел наш отдых на гейзерных бассейнах в Израиле к концу. На часах без 25, и он через 20 минут этот курорт закрывается. В общем, мне очень понравилось. Два бассейна, один очень горячий, погреть косточки и все остальные части тела. Другой немного попрохладнее, но тоже очень теплый. Тело отдыхает
просто очень сильно. Если кто не был, тут советую, приезжайте, отдыхайте. Еще очень нравится, что тут спокойно себе отдыхаешь на бассейне, расслабляешься, а потом можно пойти и посмотреть на кормежку крокодилов, аллигаторов. Такой немного взбодрился и потом опять пошел чилить на бассейн. На этом сегодняшний день наш заканчивается. Всем пока, до новых встреч!